На аллее героев в Красном Луче восстановлены все памятники. Напомним, что ранее мемориальный комплекс пострадал в результате действий вандала, который в июле и августе разрушил гранитные плиты и таблички на памятниках краснолучанам, героям Советского Союза. В сентябре текущего года необходимые ремонтные работы выполнены. Разрушенные гранитные плиты восстановлены и заменены на новые. Заново на них набиты имена героев. Аккуратно заделаны межплиточные швы. Мемориал обрел былое величие. Для восстановления памятников необходимые стройматериалы любезно предоставили частные предприниматели города. Их усилиями провели необходимые работы на мемориале. Это был совместный труд предпринимателей. Натальи Гончаренко, Петра Станева, Анатолия Мироненко, Сергея Кочкина, Данила Гончаренко, Марины Лакушевой, Владимира Степурко, Леонида Клесова, Любови Тупиковой, Виталия Личкевича и Игоря Гончаренко. Мастера подошли к выполнению ремонта ответственно, с душой. Когда дело касается памяти, по-другому нельзя, говорили они. От имени жителей города глава администрации Красного Луча поблагодарил всех, кто помог своими руками восстановить памятники.